Одну из самых напряженных и волнительных игр провела в понедельник Ивановская энергия. На своей площадке баскетболистки принимали своего принципиального противника – клуб «Вологда Чеваката». Положение в турнире у команд одинаковое, чего еще ценнее заработанные во встрече очки. Прежде всего был большой анализ, конечно, еще все впереди, но разобрали друг друга досконально. Я думаю, что и соперник также готовился, потому что мы сыграли 4 товарищеских матча перед сезоном. Я думаю, что это больше на руку нам, потому что, в общем-то, по именам Вологда посильнее. С первых минут встречи гости стремительно пошли в отрыв. После нескольких провальных атак энергия оставалась лишь защищать свою корзину. В итоге первая 10-минутка завершилась за преимуществом Вологды – 18-28. Ко второму периоду ивановки вышли гораздо более мотивированными и начали сокращать отставание в счете. Очевидно, гости и сами растерялись от такого напора хозяек паркета. В итоге в конце второй 10-минутки на табло уже красовался счет 42-38. Хотя радоваться рано, результат нужно удержать. Кто будет хладнокровнее, наверное, кто будет настойчивее, особенно в игре в защите, у того и будет в конце преимущество. Ну а с другой стороны, я скажу, что именно такие игры нужны и болельщикам, и командам. Ну, красивый баскетбол, согласитесь. Действительно красивый и волнительный. В третьем периоде команды не давали друг другу увеличивать отрыв по очкам. Но завершился он все-таки в пользу Чевакаты 56-57. Решающий период стал и самым драматичным. С минимальной разницей по очкам команды дошли до последних минут встречи. В результате грамотно завершенной атаки Вологда завладела преимуществом и даже сумела немного упрочнить его. Но упорство энергии уже за считанные секунды до окончания встречи решили ее исход. 72-71. Выливая победы Ивановок. Мы были мотивированы на эту игру. Чеваката, в общем-то, можно сказать, наш принципиальный соперник. И хотели показать все, что можем, все самое лучшее, что есть в нашей команде. И это баскетболисткам удалось блестяще. Сейчас в копилке оранжево-черных 2 победы и 2 поражения. Следующий матч команда проведет 16 ноября. Соперником энергии станет баскетбольный клуб «Динамо Москва». Наталья Бутарина, Денис Денисов, РТВ Иванов.